Сегодня 13 марта 2024 года. Нахожусь в Павловске. Район парка называется Белая Береза. Информация об этом районе. И передо мной находится розовый павильон. Вот он там вот, за этой табличкой. Сейчас он закрыт. А летом сюда можно пройти, посмотреть, что там внутри. Красивая такая ограда. И сам так называемый розовый павильон. Пишет, что объект музейного показа. Ну а я сейчас хочу пройти мимо этого розового павильона до Павловского вокзала. Парк открыт, вход сейчас бесплатный. В апреле начнут взимать плату. Ну, пока здесь, в общем, вот так. Иду в сторону вокзала. Вот он, розовый павильон, остается сзади. Такое деревянное здание, красивое. Навигатор говорит, что мне идти порядка 3 километров. Ну, думаю, что я здесь не заблужусь, потому что вот таблички везде. Вон там впереди какой-то памятник. Сейчас попробую к нему подойти, если получится. Это у нас статуя Необиды. Вот она. Необида. А тут вообще этих статуй полно. Не знаю, ко всем я не подойти не смогу. Но это у нас Клио. Клио. О чем и говорит табличка, что это Клио. Клиопа. Клиопа. Полигимия. Интересно, из чего она? Не полая полигимия. Венера Калипига. Бронзовая копия. Пишут. Бронзовая копия мраморной статуи. Вот здесь вот надпись. Гермес. Флорентийский. Простонародье. Меркурий. Такой вот. У него маленький. Эрато. Это у нас муза Терпсихора. Талия. Талия. Мельпомена. Бронзовая копия античной мраморной статуи. В общем, вот информация. Эфтерпа. Флора. Вот они все. Я не все снял даже на видео. Но мне надо идти на станцию. Пойду на станцию. 13 марта 2024 года. Какие-то ворота старые, но забора нигде нет вокруг. Поясняющие таблички тоже нет. Пишут, что здесь много всяких птичек есть. Ушастая сова, какая-то неясыть, ну и так далее. Ну, немножко я тут плутанул, но вот, похоже, нашел дорожку, которая ведет ко дворцу. Посмотрим, от дворца должно быть недалеко до станции. Все, пошел.